Введение сбора за размещение рекламы касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются рекламодателями. Они признаются плательщиками сбора в случаях размещения рекламы на территории Республики Беларусь, включая пространство глобальной компьютерной сети интернет. Ставка сбора зависит от вида рекламы и составляет в размере 10 и 20%. Расчет предоставляется по установленной форме в налоговые органы по месту постановки на учет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Уплата производится также не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Реквизиты для оплаты размещены на сайте Министерства по налогам и сборам. Также плательщики сбора могут обратиться в налоговый орган, где им окажут информационную поддержку по следующим вопросам. Прежде всего, это порядок и заполнение предоставления расчета по установленной форме. Сама форма расчета установлена соответствующим приложением к налоговому кодексу. Кроме этого, порядок уплаты и непосредственно взыскание сбора этого бюджета. Также, естественно, применение мер ответственности за неуплату данного сбора. Не являются плательщиками сбора организации, использующие труд инвалидов, если их численность составляет не менее 30% от численности работников в среднем за этот же период. А также исправительное учреждение, республиканские унитарные производственные предприятия, департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел.